начинаются у меня приключения. Подъехал к этот, к Зубаревке, точнее, начинал подъезжать. Здесь, значит, ерик этот одноименный, через него мост. И смотрю, что-то какое-то скопление людей странное. Думаю, ну-ка дай-ка я тоже остановлюсь, что-то это самое, номера, типа администрации. Думаю, нет, лучше остановиться, спросить, в чем дело. Поутру какой-то умник в нагруженном КамАЗе пролетел сквозь вот этот вот хлипенький мосточек и немного повредил конструкцию. И теперь, значит, вызвали, ну, людей с администрации, чтобы приехали специалисты, вызвали, чтобы оценить, я не знаю, там, повреждения, возможно ли дальше эксплуатирование этого мосточка. То есть люди отрезаны, я отрезан от грибов. В общем, блин, начинается приключение. Даже не знаю, как прокомментировать данную ситуацию. Это по-нашему. В общем, куда я запланировал, не получается. Да что-то не хочу я подвергать ради грибов опасности свою жизнь и жизнь Собакевича. Потому что я говорю, ну если бы местные проехали бы, надо смотреть на местных, в общем. Да, нормальные герои всегда идут в обход. Это да. Блин, ну как так-то? И тоже вот хорошо я, ну, вовремя, скажем так, попал. Потому что они вот начинают там уже разъезжаться. Ну, сейчас все равно этот поселковая администрация там какой-нибудь знак выставит, там, типа опасно или еще что-то. Но, ну не знаю, объездные какие-то пути искать, то броды. Я не буду, в общем, заниматься этой ерундой. Блин, ну вот нежданчик-то, а. Ладно, ладно, не расстраиваемся. Да, меня все еще не покидает надежда и вера в то, что я смогу найти свой трофейный полубелый гриб. Конечно, подпортило это всю ситуацию. Потому что буквально последние денечки остаются, чтобы мне размочиться по этим вкусняшкам. Потому что у нас уже на календаре ноябрь месяц. У нас уже, по-моему, вторые сутки стоит минус 5. Ну, это даже не заморозки, это практически уже пришла зима к нам. Вот, ну, вроде обещают еще потепление. Это буквально, я не знаю, ну, там, последний крайний выезд. И о грибах можно будет уже забыть. Так, ну, значит, сейчас план у нас какой? Для согрева и настроения кофеечку и пойдем по этот, ну как-то так вот, я не знаю, по полулеску, поэтому в надежде, что что-нибудь мы найдем уже замороженное, свежемороженое. Блин, ну реально холодно, я уж прям отморозился уже. Ну да, отмороженный приехал за свежей заморозкой. Один. Вот еще. Так, это синеножка. Это синеножка. Вот это да. Замороженная синеножечка. Отлично. Так, а ты? Ты у нас кто? Тоже вот она, синеножечка. Отличная синеножка. Если, конечно, я ничего не путаю. А скорее всего, я ничего не путаю. Единственный момент, я зашел в лес без ведра. Сейчас в подол буду собирать это дело. Синеножку, ой, какая классная. Просто обалденная. Вот она, вот она. Красивый грибок. Вот она, ее прям видно, вот она синяя. Так, тихо, вот она. Вот она. Красота какая. Ну, подмороженные, конечно, грибы. Жалко. Так, а где там еще был, я видел уж. Вот он. Вот она.
синий ножичка. Ну, так, но больше землей пахнет. Так, вон еще вижу. Вот грибочек хороший. Так, так. Пока буду складировать все в одно место. Так, где-то я видел, дружок где-то спрятался. Грибочек. Ой, прикольно. А вот еще, а вот еще. Кто-то вот ест их. Прям такой под этот. Поклеванный. Почему-то. А, синяя ножка. Вот, вот, вот. А это что у нас тут за грибы такие? Растут страшные. Так, ладно, что-то я таких не знаю. Идем дальше. Тоже вот когда-то было озерцо. Все пересохло, высохло. Ладно, идем. Так, а вот зонтики, которых уже побил мороз. Да, 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 все, они уже отъехали. Тоже, кстати, полянка хорошая была. Вот тоже. Вот. Так, ладно. Так, белые, белые, белые пушистые. Напугал ты меня уж. Белые пушистые. Вот еще, кстати, тоже морозом побило его. Так, ладно. Идем, идем, смотрим. Внимательно. Набрел на достаточно большую поляну мертвых зонтиков. Вот они. Раз, два. Вот такой лопух здоровый тоже был. И вон они. Легли, легли. Все. Все. Так, ладно, идем. Так, очередная полянка с грибочками. По-моему, кто вы такие у нас? Это... Ну, не знаю. Так-то похоже вроде на шампиньоны, а там, ну вообще попахивает, ну а что, свежемороженое же ведь, а поляночка такая хорошая, раз, раз грибочек, вот еще спрятались, вот они под листовой прячутся, так. Это вот какие-то старые. Да, они прям аж слиплись от мороза. Собака что-то причуял. Ветер вот так вот на нас идет. Вон. Озерцо. Да, вперед.
Ага, вон, полетели. Ага, вон второй фазан. Да долго отключился я. И так минут, я не знаю, 10-15, наверное, тут по этим, по камышам шарились. Хотя, пошли. Пошли. Вообще из-под стойки они встали. Да, хорошо сработал, молодец. Ладно, идем. Блин, не получилось записать. Вон, уточка плавает. Хорошо. Вон она встала. Ага. Хорошо, молодец. 4 уточки поднялось. Одна прямо вот сюда, здесь вот в прогал вот хотела пролететь. Но и увидела меня и обратно дёру дала. А одна вообще сказала, что я на этот... недоступно, и вы меня не тронете. И прям посередине там этот плавала. Савакевич поднял ее. Молодец. Все, пошли. Озерцо прикольное, конечно. Правда, тоже когда-то оно было большое, а сейчас вот оно, баклушина. Этим и литком еще прихваченное. Все, пошли. Еще кто, собак сейчас будет пахнуть болотом. Так, ну а мне все еще попадаются только вот эти вот погибшие зонтики. И вот тоже лопух такой был. Так, не знаю, вроде бы оно, а вроде бы нет. Так, кто ты у нас такой? Кто ты такой у нас? А? Ой, какая! Спасибо тебе большое, лес. Спасибо. Вот он какой хорошенький. Грибочек. Уж ты посмотри. Да. Тихо, не подави, не подави. Уж ты мокрый. Иди. Иди туда. Ой, какая же красота это. Ну что, мой хороший, тихо. Нашли. Так, не раздави, пожалуйста. Мой единственный гриб. Иди сюда. Иди. Все, молодец. Ой, это просто... Да, мой хороший. Тихо. Ну подожди, ну что такое? Это просто какое-то чудо для меня. Я все-таки с ним встретился. Ой, какой хороший. Прям, ты же моя прелесть. Не, ну правда, я очень рад. Наконец-то мы с ним встретились, с этим замечательным грибом. Да, мой хороший, ты уточку тоже поднял. Так, надо, даже не знаю, резать или так взять его. Хочется растянуть по максимуму этот момент. Этот миг радости грибника. Так, как же тебе взять-то? Ой, ребята. Давай-ка, иди-ка сюда. Аккуратненько я с тобой. Прям нежно-нежно. Вот он. Ледыха тут такая вот у нас. Вот она. Красота какая у грибника. Блин. Вот это грибище. Вообще класс. Бомба. Ну, можно теперь и отдохнуть. Это грибчик. Супер. Да, понюхай. Ой, какая, да, вкусно. Так, тихо, нет, ты у меня тогда сыроежик наелся. Ух, ну, хватит, тихо. Да, все, ты мокрый еще. Вонючий, пахучий. Все. А ну, все. Ага, будь здоров. Ой, грибок какой грибок уж, да? Да, ну нельзя, уж нельзя. Ну тихо, дай я встану. Да что ж такое-то? Ну тихо. Кстати, по поводу Собакевича. Последний раз, когда вот мы выезжали за грибочками, я-то, в общем-то, нормально. А собака, видимо, втихаря каких-то сыроежек
Да? Съел уж? Нет? Нет? Все нормально? В общем, приболел мальчонка мой. Да причем даже сильно. Приходилось ночью даже вставать несколько раз, гулять с ним. Понос. Да, прихватил живот и все. И началось. Так, а вот это что тут у нас? Заямка такая. Вот это тоже. Вот это тоже. Вот это поворот здесь у меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он. Вот они какие. Хорошие грибочки растут-то. А я вот прошел и не заметил их. Ну, прям еле заметно. Это я смотрю, прям бугорок такой большой. И вот еще, пожалуйста. И вот еще, пожалуйста. А нет, этот. Этот уже все отъехал. Он червивый. Да, червячки начали тебя. А ты, дружок? Ты, дружок, какой тут у нас? Ну, тоже он не этот. Получервивый будет. Получервивый. Не успел. Не успел немного. Я... А вот еще, вот еще. Вот это тут поляна. Вот это да. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это красота, конечно. Вон они какие большие. Вот это да. Вот это грибы тут у меня. Вот это да. Ножка какая. Такая ножка большая. Это царство. Так, грибное. Все, прям ну, глаза разбежались у меня. Я там что-то рассказывал интересное вроде, да? В общем, наконец-то все срослось. Это вот тоже как? Так, ладно. Сейчас еще здесь по этот, по поляночке по этой. Походим, может быть, найдем еще грибочков. Я говорю, я прям вот оттуда, значит, шел. Раз вот здесь вот прошел, вот по этой тропиночке. И туда дальше нацелился. А потом краем глаза, оп, раз и все. И заприметил его. Так, и все. А так бы, я говорю, я прошел бы мимо, вот они растут. Глаз не улавливает у меня. Че, старый. Так, ладно, посмотрим их. Да-да-да-да-да. Вот он какой. И вот сыроежкин хороший. Блин, сломали, сломали только. Вот он, красота какая. Да не, уж не надо тебе, грибочки ты уже поел свое. Так, тихо-тихо, куда? Что такое-то? Что там такое? Нет, нельзя, нельзя, нельзя! Ты что, грибы начал есть, а? Я что-то не понял. Нельзя! Пошалел, что ли, совсем? Грибы начал есть. На, морда протокольная. Ты зачем грибы ешь? Так. Ой, ну, хороший такой запах прям. И главное, ножка какая большая, да? Ой, все тут у меня падает. Ой, ну грибочки хорошие. Нет, нельзя. Нельзя, тебя проносят с грибов. Как оказалось. Да-да-да-да-да-да. Я тоже рад. Я тоже рад, что мы их нашли уж. Нельзя, 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 я тебе говорю. Ой-ой-ой-ой. Надо встать. Нельзя, нельзя. Так, так, надо еще тут пройти посмотреть. Идем потихонечку, пока мы. Пораньше бы приехать, конечно, чтобы все это было не такое мороженое. И вообще бы тогда цены не было. Не, ну все равно прогуляемся по лесу, подышим. Собака опять вон уже там. И фазанов, и уточек вон подымает на крыло, молодец. Я тоже наконец-то вроде как по тем грибам, которым хотел размочиться, размочился, но правда все это дело уже поздно. Пришел я к машине, сделали кружочек такой хороший. Больше грибов я не нашел. Ну, именно тех, которых можно взять, съедобных, за которыми приехал. Единственное, для меня стало... Этот маршрут для меня стал большим откровением. Оказывается, собака моя ест сырые грибы. Где там моя собака? Ладно. Все, что-то он там верхним начал чуять и побег. А у меня тоже тут этот кофеечку
печенюшки, ну так, по-скромненькому. Потому что на марше тут особо нельзя объедаться. Конечно, жалко, что все грибочки мороженые. Причем не подморозка, а именно уже все, глубокая заморозка. Я вот единственное теперь думаю, надо было все-таки заехать в этот, в ГСК и взять какие-нибудь палочки. Хотя бы блесенки какие-нибудь там, вертушечки покидать. Это на этот дуб. Кто-то сидит, чирикает и собаку мою дразнит. Ага, только он с другой стороны уж. Или ты ягодицами чувствуешь? Так, ладно. Что? Пока на этот, на мосту стоял там. Местные тоже интересовались, типа, что приехал. Сказали, что я сумасшедший. Ну, это нормально. Я это и без них знаю. Свой диагноз. По рыбалке спросил. Он говорит, ну а что, воду дали? И типа рыба пошла. И вроде как и сазанчик ловится, душман. И хищник, типа судачок, щучка, ну, типа, неплохо берет. Надо было все-таки заехать, не полениться. Ну, приехал за грибами, поэтому. Ну, силы, я к тому, что у меня силы остались, а деть-то мне их некуда. Кстати, да, по поводу того, что у них здесь воды прибавилось. Ну, что, плотина опять начала сбрасывать воду. Но это... У нас уже получается такое нормальное явление, когда этот Волжская ГЭС зимой начинает сбрасывать воду. Так, ладно, уж, что такое? Что, пипка побитая молью у тебя, да, пипуль? Да-да-да, ну все, не трогайте, дайте мне все понюхать. Да-да-да. Собака. Так, ладно, надо хряпнуть. Что-то с меня. А что, он красный нос. Да. Так, ладно. Горяченького кофеечку. Хорошо, ни одного грибника нет. Все грибы мои. Один раз только какого-то случайного путника встретил. А так никого нет. Кстати, и зверя тоже нет. Хотя нет. Ну, я все о рогах мечтаю. И такое чувство, что кто-то, ну, типа палкой бил по этому, по дереву. Ну, сейчас вроде гона нет у нас. Так, что там за смс-ина? Опять кому-то что-то надо. Ё-моё. Не знаю, тут вроде переживаешь, что этот связи нет. А иногда, блин. А, вот, с возвращением вас в Волгоградскую область. Понятно. Так, ну что, в принципе, нормально. В двух этих районах уже побывал. Точнее, областях. Не, хорошо, тихо, вот этого гула автомобилей нету. Прям вот птички поют. И погода такая вот легкий, прям вот легкий морозец. Ой, а в дубах хорошо пахнет. Ой, хорошо. Так. Вот они молоденькие. Ничего, конечно, похоже на шампиньон. Надо что-то спрятаться. Красавцы. Кстати, по поводу меня сумасшедшего. Сейчас, значит, пока ехал по дороге, ну, там тоже такие вот посадки леса, скажем так. И, значит, там ходят две пожилые, ну, как бы, бабушки. Причем они местные, и все, ходят по грибы. У них, значит, там какие-то кошелочки, что-то собирают. Поэтому не надо, если там кто-то будет на меня бочку катить, что я этот по грибы поехал. В минус градус. Все нормально. Он местный ходит, а чем я хуже. Причем нет, даже он нахожу.
Так, а вот тоже кто-то спрятался. Тут у нас грибок какой. Давай, прячься, прячься. Прячься дальше. Все находится, все, все нормально. Так, ладно, идем, идем дальше. Еще раз сменил локацию. Пробежались немного, я там все уже кофейку навел. Горяченького. Все-таки легкий морозец, это легкий морозец. Да, блин, как же лето быстро пролетело. Да. Ну, не знаю, мне все равно понравилось. Отлично прогулялись. Собакевич довольный. Ага, он начал травку теперь кушать. В общем, у меня собака веган. Ой. Не знаю, все равно, ну, повстречали интересные грибочки. Ну, не зря прокатились, мне понравилось.